Всем привет, привет, дорогие ребятушки. Еву возьмем с собой, да. Сегодня Даша может будет, может нет, она попозже подойдет, ее сейчас дома нет, я один сижу. И, в общем, может подойдет, может нет. Точно будет Ева, точно будет Тема, Таня. Ну и там разберемся, я думаю, Алина, Полина, Кирилл там, ну, вы понимаете. Вы же понимаете. Фух, ох, порубаю сейчас. Ух. Я чувствую накал упорта с появлением Артура. Да почему же нет? По-моему, самый адекватный тут. Хорошо. Сегодня, ну, типа, обычно нет. Сегодня возможно. Я сегодня 3 часа спал. Ого, а что это ты так? Причем эти 3 часа, они были дробными, по 20 минут. Я пока не могу говорить, потому что меня Даша убьет. Но вот эти вот самые глупые люди в чате, которые будут писать, Даша беременна, это не так. Нет. Я сейчас слухи распущу, что это так. Таня, у тебя такой красивый голос сегодня, ты микрофон сменила? А то раньше был отвратительный. Я просто Не подходи. Хорошо, хорошо, я это запомню. Иди сюда, маленький подонник. Подонник. Господи, я когда упорот, я несу такие вещи, ты ничего не слышал, хорошо? Иначе мне придется тебя убить. Все слышишь? Все слышишь? Подонник. В смысле, я не понял. Да в смысле, как так-то? Ну я не знаю, ну ты стоял, а я пришел. Вот теперь у тебя я нет челюсти. Да, вообще, да, восстановил. Восстановил, молодец. Молодец. Хорошо восстановил. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Я побалась, только не кого-нибудь убить, я хочу потанцевать. Полина, в этом доме... Танцевать и убивать. Танцевать и убивать. Танцевать и убивать. Ну, пожалуйста. Ля-ля-ля. Сука, это музыка. Что с музыкой вообще? Кирилл! Кирилл! Да, Артур, сюда. Да. У тебя лодка починена, да? Да, плыви. Я плыву. Подожди, женщине место. Да в смысле женщине? Ну, Ева, ну подождите. А то что, двуместная лодка? Нет, трехместная, Ева, подожди, подай руку, пожалуйста. Я плаваю плохо. Хочешь биту? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Сейчас я тебе покажу, подожди. Подожди, секунду. Заводи быстрей, давай заводи. Заводи. Подожди, тут. Да заводи быстрей. Да быстрей заводи. Быстрей заводи. Нельзя, невозможно. Все, все, поехали, поехали, поехали. Бросай ее, учаем. Все, до свидания. Плывем, Кирилл, плывем. Вот это ты предатель. Я на твоем месте, я вообще не знаю, как... Я вернусь вообще. Да зачем? Кирилл, ты понимаешь, что она под водой прямо здесь? Садитесь в лодку, садитесь. Да она двухместная, Кирилл. Садись. Меня ты за что? Сейчас я рядом, подожди, если выкинули Артура, я иду, подожди. Так в смысле, это из-за тебя и выкинули? Давай купаться. Что происходит? Ну, вали, на. Ну, давай потанцуй. Никаких танцев! Я люблю танцы. Please, no! Где ты? Где ты, говорю? Постойте. Здесь что-то не то. Мне так не везет. Скрипт!
Я не пойму, что вы делаете. Где ты? Что за фигня? Беги, беги! Убей, вот его убей! Ты что, меня пугаешь? В смысле, меня убить? Надо меня убивать? I'm out of here. Нет, я не покрасилась, у меня всегда был рыжеватый цвет волос, просто вы этого не видели. Серьезно? Серьезно? Артём, ну ты нас уже жалеешь 4 года. Ты знаешь, я, кажется, догадываюсь. У тебя есть ножик? Есть. Жаль. Ты чё такой живучий? А как мы с тобой договариваться-то будем? Стой! Ты можешь бежать, но ты не... Нет, ты можешь спрятаться в сколько можно, стой! Та сраная система прицеливания в этой игре. В 2017-м. Кирилл, что ты ищешь? Подоник. А, господи, я забыл, я микрофон выключил, простите. Я тут орал. Боже, это так типично и тупо. Боже, почему это... Ну что ты наделал, а? Давайте посмотрим, что делает Кирилл. Кирилл, как обычно, у него есть рация. У него есть мачете. У него все есть. И сейчас он, короче, когда вот будет делать умные вещи, он очень глупо умрет. Это так работает. Боже, что за крики? Там есть готовая машина через... Кирилл, я говорил про Кирилла, я говорил, он влупился в капкан. Кто посреди дома ставит капкан? Кто посреди дома, говорит, капкан стоит? Это Полина меня увидела такая, уходи отсюда. И реально у окна поставила капкан. Ты посмотри, какой жук, а? Постоянно уже хлопушки на пол. Ну блин, Таня. Слушай, дружба дружбой, конечно, но лодка... Мне нравится, мне прикольно, что он летает, слышишь? Да-да-да. Ну вот я пытаюсь, ты продавать не хочешь. Да не надо, я сам дойду. Я сам дойду. Да я знаю, там на север, через юг, через запад сделать круг. Сложно, да. Да не... Опа, а Полина уезжает на лодке. Смотри, он Полину предает. А ты чё не уезжаешь? Да, чё-то не хочется. Я вообще не очень море люблю. Мысли не очень море. Не очень, говорит, море люблю. А летом куда поедешь? Летом? Я, наверное, останусь дома летом. Буду в Overwatch. Это неправильное решение. Буду в Overwatch, говорит, играть. О боже, так рядом, так близко. У меня Таня в стену бежит. Э? У вас тоже Таня в стену бежит? Походи. О, господи. А почему у меня так? А, подождите. А кто у нас тут под кровать или в шкафу? Да-да-да, что это за лаг был такой? Да, у меня ОБС на секунду тоже выключился. Я что-то потерял. Кир! Ну, Кир! Но при этом, как бы, лагом, но Кирилл успел им воспользоваться и убежать, короче, я тебе говорю. Я знаю, я пытаюсь сейчас. Ага, хорошо. А ты этот, а ты, у тебя все хорошо там, да? Угу. Ну, да, спит. Угу. Поэтому пока спит, я тихонечко разочек сыграю с вами. Чат, ты можешь начинать спекулировать. Да. Я уже сама в своей голове начала. Я, кстати, почти догадалась, я уже все знаю. У меня обновление какое-то, господи.
Чат. Ох, и чат. Так, хорошо. Я сразу сегодня предупредил, типа, Даша, говорю, не сможет. Ну, мы там плохо спали, говорю, сегодня. И, короче, чат, говорю, даже не начиная насчет беременного, это тупо, говорю. И он все равно вот это. У Даши ребенок. Джек Шепард. Джек Шепард спит. Бляха, я бы сейчас поспал бы с Джек Шепардом тоже. Ну, в смысле, спать хочется. Я тоже поспала с Джек Шепардом. Артур, я скажу. У нас щенок. Я так и знала! Я знала это, я так и сказала, что наверняка не купили собаку или Тося заболела, что-то одно из двух. Нам вчера вечером все хорошо. Вчера вечером привезли, короче. Французский бульдог 3 месяца. О, крошечка. Вот. А мы, короче, вообще не спали, он в вольере, типа, был. У Артура и Даши щенок, и они тоже не спали всю ночь. Теперь у них, короче, ближайшие несколько месяцев они наравне с нами. Дима такой, какая порода? Говорю, французский бульдог. Он классно, не знаю, кто это. Ой-ой-ой. Это щенок. Это наш щенок. Это мой щенок. Не палимся все еще, да? Да-да-да-да-да. Как назвали, еще не знаю. Вообще его зовут по документам Еван Демарко. Еван? Ой, ну все. Я люблю его. И, короче, этот... мы думали с Артуром назвать Чуй, но оно что-то не очень удобно, как, ну, как по командам и вообще Чуй-чуй-чуй-чуй. Звать его вот там вот это. Зигмундом. Зигмунд. Ну, а сокращенно как Зига, иди сюда. Зига. Loud and clear. Две пары ключей. Ну, блин, чё ты будешь две машины? Скажи просто, есть ключи, всё. Две пары ключей, говорю, есть. Так иди к машине тогда. Так иду, какого хрена. Только учитывай, что она этот... Она сейчас к вам придёт. Сейчас сюда придёт, да. Давай, заводи. А у нас Кирилл на нём? Ну вот. Еще? It started! Всё, бросай их, поехали. Музон топовый. Полина! Да! Да мы не хотели, на самом деле. А мы по холмам умеем лазить, интересно? Расскажете потом. Умеете или нет? Сучки. Дверь-то закрыта! Куда ты нас привез? Приехали! Пусти сюда! А ну-ка, вылазь! Вылазь, бляха! Кто разрешил машину брать, а? Я не знаю, это не я! Это он сказал, возьми машину, а я только разрешу. Ой, боже, ты меня напугала! А? А? What happened? Артур! Да? Артур, ты где? Я тут. Артура убивай! Артур здесь в доме стоит. Смотри, в доме прям вот тут здесь. В доме, в этом доме Артур. Таня, предатель, прием. А можно пока... Ты стучишься, что ли, там? А давай ты этот, давай ты других убьешь, я тебе подскажу, где они, я точно по карте это знаю. Да, Артур, я тебя слышу, сволочь. Я жить, я пытаюсь выжить вообще-то. Подождите меня, не убегайте. Вали его. Балласт. Если что, в дальнем доме, в котором я был, там аккумулятор от машины, только я честно говорю, честно. Я его не взял, потому что за мной гонялся Полюс. Но, ребята. Сходим, все нормально. Главное... Ты главное давай там. Я Полюса вызываю держи. Этого, как его? Джарвиса. Да. Значит, у нашего предателя Артура может быть второй шанс. Да блин. Не надо было звать Джарвиса. Какого черта? Почему вы так со мной? Я что, давал вам повод? Я Полюс, тогда... Да убей ты его же, господи. Полюс. Нет, подумай об этом. Я Маликов, я спеть могу. Не надо. О, ну почему это происходит со мной? Я сдала Артура Полюсу. Правильно.
Чат, давайте пожелаем им самой мучительной смерти. Давайте смотреть, как они сейчас будут умирать. Пришлись. В корчах, в муках, в страданиях. Блин, а тут теперь Джарвис. Сдайте. О, нет. О, он же нас застрелить может. Он нас заложит, если тут ружье должно быть. О, подожди, но я пока не Джарвис. О, есть ружье. Я, короче, в Артуру буду стрелять. В Артуру буду стрелять. От Артура отбиваться. Нормально. Нет, жив опять, что ли? Я ружье против тебя, если чё. У меня тоже есть, суки! А я нагрел воды в ковшик, если чё, кипятком тебе в лицо плесну. Сука, чё ты несёшь? Джейсон, прием, Джейсон. Предлагаю кооп, у меня мотивы. Полюс, отдай его мне! Отдай его мне, у меня свои! Свои счеты! С этой сволочью! Иди сюда. Повелитель, подожди секунду! Секунду! Повелитель! Сюда, я скажу! Ясно, все понятно! Вот оно! Натура! Питер Тур! Подожди секунду! Постой! Здесь Полина сошла с ума! Пытается убить меня с сигнального пистолета. Я исчезаю и просто желаю вам удачных выходных. Увидимся, всем пока.